9 февраля – День гражданской авиации в России, и в этом году ей исполняется уже 101 год. За это время отрасль переживала и громкие победы, и падения, но сейчас снова идет на взлет. И ежегодно перевозит около 100 миллионов человек как по России, так и в 25 стран мира. За 2023 год объемы авиаперевозок в нашей стране выросли на 13% по отношению к 2019 году. В парке российских авиакомпаний 1290 воздушных судов, из них 1160 пассажирские. Главное новшество нашей гражданской авиации – это самолеты МС-21 и Суперджет Нью с российскими двигателями. Лайнеры запустят в серийное производство к концу 2024 года. Хороших вам новостей!